Джан Дзюнь утвержден на должность генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР. Он родился в провинции Шаньдун в 1956 году, окончил юридический факультет Цзилинского университета, получил степень магистра в Народном университете Китая, а затем и докторскую степень в Уханьском университете. Джан Дзюнь выходит в Центральный комитет КПК, а также является членом политико-юридической комиссии Центрального комитета Компартии. Он начал работать в Верховном народном суде в 1985 году. В 2003 перешел на должность заместителя министра юстиции. В ноябре 2011 года Джан получил звание судьи первого класса. В феврале 2017 был назначен министром юстиции КНР.